За год природоохранными и территориальными прокурорами было выявлено порядка 600 нарушений закона в сфере лесопользования. К ним относится, в частности, незаконная вырубка. Об этом на межведомственном совещании говорили начальники подразделения прокуратур и руководители региональных органов. Подробнее в репортаже нашего журналиста. 60% территории Тверской области покрыты лесами, а лесопромышленный комплекс занимает особое место в экономике региона. Но сегодня это один из криминогенных сегментов. Злоумышленники в обход нормативно-правовых актов все чаще прибегают к запрещенным действиям. И все для того, чтобы быстро получить большую прибыль. Более 80% незаконной рубки происходит на территории, где есть арендаторы, которые несут определенную обязанность, которые в свое время выигрывали конкурсы, получали лесные угодья для заготовки. И, конечно, ущерб, который сегодня приносится такими действиями, он для субъекта колоссальный. Чтобы сократить количество незаконных вырубок, прокуроры принимают активные меры в сфере лесных отношений. За последние полтора года наметилась тенденция к снижению их числа с 23% до 15%. Кроме того, большим успехом в сохранении лесных массивов стало и недопущение лесных пожаров. В частности, большую роль сыграла закупка лесопожарной и лесохозяйственной техники. Закупаются квадроциклы для того, чтобы инспектора, лесные инспектора, государственные инспектора исследовали и смотрели, где есть нарушители. И можно было пробраться в самые, что называется, затаенные местечки и посмотреть. Пожарная техника, внедорожники. Контролировать черных лесорубов поможет и трехстороннее соглашение, которое было подписано природоохранной прокуратурой, управлением федерального казначейства и прокуратурой Тверской области. Оно позволит на более высокий уровень поднять взаимодействие между правоохранительными органами, между органами прокуратуры, осуществляющими надзор за расследованием уголовных дел, за выявлением преступлений, правонарушений вот в данной сфере. То есть мы будем более слаженно действовать друг с другом. Каждый неравнодушный житель области может внести свой посильный вклад в сохранение природных богатств. Если вы столкнетесь со специализированной техникой в лесу, увидите работающие бензопилы или груженные стволами машины, то обращайтесь в прокуратуру. По телефону горячей линии сообщите местоположение вырубки или номера машин, которые увидели. По всем обращениям работает горячая линия 8 800 100 90 25 или 72 95 52.